Юрию Владимировичу 69 лет. Он ведет активный образ жизни, регулярно посещает занятия клуба «Активное долголетие» и за здоровьем следить не забывает. Пенсионер пришел в библиотеку номер один, чтобы вакцинироваться от коронавируса уже во второй раз. Впервые привился полгода назад. Первую вакцину я вообще перенес без всяких проблем, без всяких осложнений. Вот. Ну, были свои болячки, но от чего это, не знаю. Ну, не, в общем, ничего существенного. Действие антител постепенно слабеет, поэтому их количество нужно поддерживать постоянно. Для этого проводят ревакцинацию. Обычно используют однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» – это как бустер считается, дополнение к первой вакцине, которая усиливает ее действие. То есть антитела при первой выработались, а эту через полгода повторяют, чтобы еще больше выросли антитела. Все желающие получили профессиональную консультацию врача Одинцовской областной больницы перед вакцинацией. Беречь свое здоровье для старшего поколения особенно важно. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».